Музеи возникли в те времена, когда у человечества и общества появилось желание оглянуться назад в историю, а также потребность к самосознанию и самопознанию. Музеи – это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. В мире существует множество музеев, которые предлагают своим посетителям ознакомиться с экспозицией и сформировать свое мнение о том или ином периоде истории, стране и ее жителях. Музеи вносят огромный вклад в просветительскую деятельность, а также способствуют активизации исследований и показывают их результаты. На международной конференции декоративно-прикладное искусство на пространстве СНГ, которая проходит в Душанбе, в комбинированном очном и онлайн формате обсуждаются различные вопросы сотрудничества в направлении развития декоративно-прикладного искусства. Особое значение программа имеет для развития музеев пространства СНГ. Конференция будет способствовать распространению методик, экспертных знаний и практических решений, развитию выставочного обмена, активизирует исследовательскую и просветительскую деятельность. В ее работе принимают участие 28 сотрудников музеев декоративно-прикладного искусства из 8 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Конференция проводится ежегодно по очереди в государствах Содружества. В этом году наступила очередь Таджикистана. Таджикистан представил доклад «Преемственность и взаимовлияние культур Центральной Азии». Также представлены доклады на такие темы, как «Возрождение и сохранение декоративно-прикладного искусства Беларуси», «Золотой человек как символ седьмой цивилизации», «Декоративно-прикладное искусство как часть историко-культурного наследия стран СНГ». Международная конференция «Декоративно-прикладное искусство на пространстве СНГ» продлится до 29 октября.